скажут, что это слишком громкое заявление? Ну, мы отрицательно к этому относимся, потому что назад вспять уже время не повернуть. Да, не вернет он Крым Украине. Это в его фантазии такое. Ну, я думаю, не вернет. Люди сами захотели, чтобы Крым был Россией. Поезд уже ушел. Ничего не выйдет. Не вернет. Обойдется однозначно. Мы отстоим Крым. Я хочу, чтобы Крым был в России. Крым – это территория Российской Федерации, и такие заявления равносильны объявлению о намерении объявить войну Российской Федерации. Я не думаю, что Порошенко на это всерьез готов.